В общем, попал я в Суаранду. Машину бросил, не знаю где. Надо будет искать. Опоздал на старт. Бегу, догоняю всех. К счастью, я догнал народ. И это уже говорит о том, что я бегу в правильном направлении. Работаем дальше. Дистанция отличная, есть где попрыгать, много веток, приходится пробираться, деревья под снегом засыпаны, приходится перепрыгивать, в основном по кайфу, все нравится, пройдено пока 3 километра, посмотрим, что будет дальше, понеслась. Километров пройдено, идет уже второй круг. Я, как обычно, в обычных летних кроссовках с нулевым протектором, потому что кроссовки уже отходили около 600 километров. В принципе, там и так протектора не было. Один раз уже слегка подвернул ногу, слава богу. Не очень сильно, немножко поболело, отошло. Так что работаем дальше и встретимся с вами уже на финише. В общем, достиг финиша, несмотря на то, что я стартанул самый последний. Когда все разбежались, я еще только переодевался. Вроде бы догнал народ, неплохо пробежался. Дистанция офигенская. Рельеф местности прям ого-го такой. Есть рабочие места. Сейчас пойдем встретим еще финиширующих. А, дистанция кайф. Ребята, это круто. Давайте в наше движение. Ух! Болельщики бегут быстрее спортсменов. А вот у нас девчонки, болельщики Adidas Runners. Жду своих финишеров, да, которые где-то пропали, ждали, да? Да, очень ждем. Замерзли? Да нет. Подрыви силы немного свое поддержку. Спасибо за поддержку. Да. Ладно, ждем остальных участников. Давай, нормально. Держись за сильнейшими.
Вот, в принципе, дождались награждения. Сейчас уже командные зачеты награждают. И третье место занимает команда Вивосо. Station 2007. Adidas Runners получили свой приз. Что там вам задарили-то? Медаль. Такого интересного. Опа, на сертификаты, футболочки какие-то. Беленькая. Футболочки. Сертификатик с Декатлон. И еще сертификат на бесплатное участие в соревнованиях. Круто? Ура. Я вас поздравляю. Спасибо. Вы молодцом. Старались. За вас очень рад. Молодцом. Пойдем скажем организаторам спасибо. Вот они, организаторы. Спасибо большое. Дистанция была огонь. Было круто. Спасибо. В общем, вот и закончился мой трейл с раунда на 10 километров. Было очень круто. Организаторы Run Today, спасибо большое за офигенскую дистанцию. На улице как-то уже подмораживает, либо холодно из-за того, что вся энергия израсходована. Ну и мы едем домой. Все, всем привет. Все описание смотрите под видео, также ссылочки на группы и мой отзыв. Все, всем пока.